Всем привет, друзья, меня зовут Игран, и добро пожаловать на мой новый ролик по игре Granny 3. Сегодня я буду играть в эту игру, нажимаю play, и я бы хотел показать одну плохую концовку. Так, хард мне не понадобится сегодня, я буду играть на изи, поставлю двоих, так, тут все есть, ну, играть. Прохождение у меня этой игры уже есть. Так. А сейчас я бы хотел вам показать плохую концовку. Сейчас я проиграю 5 раз и увижу эту концовку. Так, день первый. Так, я тут уже беру отмычку. Вот такая система новая тут, придуманная. Ну так долго. Так. Вот, дальше. Вот тут дверь. Отмыкать надо тут ее. Так, открывается. И в принципе тут никого нет. Да, чувствительность. Опа, молодец. Ой, вот это удар у тебя. Надо чувствительность повыше так поставить, это неудобно. Оно мне на низком стоит, я не знаю. Так, просыпаюсь. Так, сразу настройки. Чувствительность так пусть будет. А, вот так уже прикольно. Так, надо заново тут дверь отпирать, открывать. Так, все, выхожу. О, вот это чувствительность. А тут сразу дверь. Ага. Оп. Гренни. Оп. Ой, 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 ой. До свидания. А, вон улица, блин, перепутал. Меня кто-то поливает. Ой, ты чё? Вот это её проработали уже, Гренни. Вот машина. Уйди от меня. Выскакивает. Тут багажник сразу можно открыть. Камни это для арбалета или как его там. Лук. Вот бабушка идет. Бабушка идет за мной. А я увидел доску. Я так бесконечно буду с ней бегать. Жалко, их так нельзя ударять, как мороженщик. Мороженщик. Удерживает еще. Ой, я уже целый круг прошел, оказывается. Ну ладно. Да. Мне так показалось, как будто она своим голосом меня хотела ударить. День третий. Уже день третий. Тут столько дней, 5 дней целых. Мороженщика 3 попытки. Так, опять надо отмыкивать тут эту дверь. Ворота. О, так быстро? Вообще так быстренько, в принципе, я все сделал. Так, на меня не выскочит никто. Вот улица. Конечно. Иди мне. Вот это сейчас оно точно меня удерживало. И тут вот такой звук. Ой, уйди от меня.
Ту-ту-ту. О, я высек. До свидания. До свидания. До свидания. А это как с первой части. Тут так проработали. И вот игрушечный дом. Это все так соединили так. Первая и вторая часть. Это что, меня не видишь, что ли? Вот эту доску, это все проработали. Первая и вторая часть. Там вазы две. Ладно, пусть меня ловит. Еще есть день четвертый. И так далее. Вот это у тебя удар вообще, не знаю. Давайте, день четвертый. А деда я один раз только встретил. За эти три дня. Уже четвертый день стартует. Так-так. Ого, как быстро уже. Ой, я же открыт забыл. Так. Тут никого нет. Что? Никого нет. Давай, да, уй, удар у тебя сразу вдвоем. Все, последний день, и мы увидим концовочку. The last day. И последняя, то есть последний день. Сразу. Ого, она так сразу. Это что у тебя за удар? На 3 километра отлететь можно. Так, вот и концовочка. В машине. А, вот дед. И блин, ничего, они не поджечь хотят. Молодцы. А, вообще умные сами взорвались. Вообще, не подумали. Game over. Вот такая концовочка получилась. Я ее сделал, показал вам. Вот так она выглядит. Так что, на этом наш ролик заканчивается. На сегодня я не прощаюсь пока что с вами. Сейчас еще скоро выйдет новый ролик на этом канале. Геометрия Dash, мороженщик, Гренни, все будет. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр этого ролика. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. И всем удачи и пока-пока.